Бюстгальтер послеоперационный, компрессионный, 0866. Назначение бюстгальтера – защита заново скроенной груди от излишней подвижности. Данный компрессионный бюстгальтер рекомендуется носить в течение 3-4 недель после редукционной маммопластики и мастопексии. Застежка на петли и крючки. Бюстгальтер обеспечивает максимальный контакт поверхности импланта и мягких тканей. Предотвращение образования гематомы, фиксация верхнего полюса импланта, а также облегчение напряжения в области послеоперационного шва. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.